Неделю назад бригада одного из подразделений компании «Вода Донбасса» приступила к ликвидации аварийной ситуации. В районе городского парка, неподалеку от улицы Кошевого, коммунальщики взялись за укладку участка новой линии канализации. Обильные осадки, старая, уже отслужившая свой срок бетонная труба, агрессивная среда. Все это в комплексе стало причиной того, что недавно на территории городского парка в районе улицы Кошевого провалился грунт над канализационной трубой. Собственно говоря, отмечают коммунальщики, от этой трубы ничего по сути уже и не осталось. Ее срок эксплуатации вышел, и она полностью рассыпалась. Оперативно устранять аварийную ситуацию взялась бригада подразделения компании «Вода Донбасса», управление «Донбасс-Водоремонт». Параллельно старой линии коммунальщики вырыли траншею для новой трубы, установили бетонные колодцы и продолжают уверенно пробираться к старому коллектору, чтобы к городской канализационной системе можно было подключить новую линию. Начали мы с понедельника производить сразу земляные работы на провалившемся канализационном коллекторе диаметром 500. Путем обвода укладываем канализационную трубу диаметром полиэтиленовой, диаметром 315. Значит, на данный момент произошли работы земляные, выкопали траншею, укладываем диаметром 1500 колодец, и уже уложена труба, и еще нам надо уложить и прокопать 17 метров. И затем засыпать, и работа будет выполнена. Всего же будет заменено порядка 75 метров трубы в обход старой, уже изношенной канализационной линии. Образовавшуюся вследствие обрушения грунта внушительных размеров яму, коммунальщики намерены засыпать оставшиеся после работ землей.